Кроволола, а Трабли нарвался все-таки на стяжку. Да, не ожидали так быстро увидеть Трабли в спине. И вот теперь проблема у Экзистенса, на него еще должен выходить сейчас. Прокс, ты что ж делаешь-то? Бежит Б! Бежит Б! Красавчик! Красавчик! Просто как... По-моему, это третья глава. По-моему, это просто... По-моему, просто кто-то будет ремнем по жопе получать у мышек. Смотрите, смотрите, что делает. Знает, что здесь... Наказать мог сейчас гранаткой неплохо. Не, ну красава, ну не, но не уйдет, не уйдет он уже здесь. Отраблю просто недолго, хотя... Ну знает, где находится последний игрок команды Very Games. Не-не-не, это вот если он сейчас возьмет раунд, то это самый хитрожопый француз из всех французов, которые когда-либо пытались хитрожопить, в том числе и Наполеон тоже. Так, смотри, будет прошивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пушит, 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 нет, он ждет. Попадает в Трабль, смотри, снес ему 70 хп и... А, ну это бомба с Гендефьюз. Вау, вот это просто Карвалолиус! Второй, второй пошел этот трэш! Это Very Games, друзья! Просто великолепная игра от команды Very Games. Какая вам Барселона с Реалом? Вот тут вот было что! Да, вот такого, наверное, никто не ожидал. Да, это просто, это бриллиант скилл. Да, вот этот раунд, вот опять-таки же,